Приветствую вас, друзья. Ну что, завтра финал Гран-при PFL Европа. И уже в финале выступает таджикский боец Хуршет Кагоров против Фрэнса Мламбо из Ирландии, из Дублина. Друзья, это местный боец получается, и Хуршет Кагоров будет драться в Дублине. Хуршету Кагорову придется постараться, чтобы победить Фрэнса Мламбо, потому что он у себя уже дома, как получается, будет драться. И это будет финал уже, и победитель получает 100 тысяч евро и пояс Гран-при. Так что, друзья, поддержим Хуршета Кагорова в комментариях. Завтра он уже будет выступать и за титул в Гран-при, и за призовой фонд 100 тысяч евро. Друзья, поддержим его в комментариях. И после боя я обязательно вам расскажу результат этого поединка. Надеемся, что Хуршет Кагоров станет победителем Гран-при Европа и чемпионом в этой лиге. Друзья, подписываемся на канал, ждем боя. Мира вам и добра.